Здравствуйте, меня зовут Никитина Екатерина Александровна, я тренер международной детской школы «Счастливая гимнастика». Гимнастику меня привела сестра, причем сестра младшая. Занимались мы в школе. Сначала тренировки у нас были примерно полтора часа, но когда мы перешли на филиал, тренировки уже были более длительные по времени. Потом мы начали готовиться к соревнованиям. Уже началась более плодотворная такая работа. На тренировках я стараюсь уделять большее количество внимания каждому ребенку, так как кому-то нужно помочь с растяжкой, кому-то нужно больше внимания уделить на осанку, а кому-то с координацией. В нашей школе регулярно проводятся семинары обучающие. Недавно я посетила семинар по эстетической гимнастике. На самом деле это очень большая возможность тренерам посещать, обучаться и совершенствоваться в данном направлении. Занятия гимнастикой не только развивают ребенка физически, но и воспитывают его характер. Поэтому приходите к нам заниматься в школу, мы вас очень ждем. Пришло время подвести итоги конкурса на нашем YouTube-канале. Екатерина Трифонова получает вот такого медведя. Екатерина написала самый интересный комментарий на тему, какими социальными сетями вы пользуетесь. На нашем YouTube-канале, помимо знакомства с тренером, есть много различных видео, например, отчеты с мероприятий, обучающие видео. Поэтому пишите комментарии, подписывайтесь на нас и ставьте колокольчик. До новых встреч!